Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Так, начнем. Имя? Я Итан. Итан Уинтерс. Прошло 3 года после событий в доме Бейкеров. Я искал свою жену, она пропала. Потом пришло письмо. Она просила приехать, и вот так я оказался в жуткой глуши, в Луизиане. Я узнал, что Мию держали в темном подвале. У нее помутился разум. Она напала на меня, словно бешеный зверь. Позже я узнал, что она заражена какой-то необычной плесенью. Я перерыл весь дом, чтобы найти лекарство, вакцину, что-нибудь. И обитатели дома заразились. Они перестали быть людьми. Источником заразы было биооружие в облике девочки. Ее звали Эвелина. Отбившись от семьи монстров, я сумел вылечить Мию сывороткой. Потом пришел Крис Редфилд со своим отрядом, и они спасли нас. Этого хватит? Я больше не хочу вспоминать о том, что случилось. Все кончено. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» — сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» – позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Как он рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая.
даров взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Все. Уснула. Что за жуткая сказка? Ей же 6 месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Ну и Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Это ты параноик. Да не... А, ладно, прости. Но я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. И скоро ужин. Все хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу ее. Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Почти пришли. Вот так, солнышко. Не волнуйся, я буду внизу. Папа защитит тебя от чудища из сказки. Все хорошо? Да, она спит, как младенец. Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чёрба из овощей. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебе лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане. Беременность. Потом Крис перевез нас сюда. Боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все серьезно? Будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так... А? Мия, ложись! Мия! Мия, Ань, Боже. Крис, какого черта? Прости, Итан. Нет! Что? Что происходит? Иди! Роза, отвали от моей дочери, тварь! Все чисто. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Ха! Роза!
Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. О, Боже. Чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал. Это на центральных способах. Сука. Черт, что тут случилось? Черт, где я? Нет, нет, я свой, свой. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Что происходит? Я не... О, нет. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Все, что есть. Бери! Бери. Что здесь творится? Эй, ты меня слышишь? Эй! Что за... Сука! Мертвец! Стоп, тут еще...
Господи, Боже! Да что за хрень тут творится? Чёрта! Ау, если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к дому Луизы, на краю поля. Выжившие? Стой! Стой! И в жизни, и в смерти мы вас славим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Черт. Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды! Они идут! Нет! Стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам!
Они уже рядом! Роза здесь? Закрой дверь! Ну! Эй, ты что здесь делаешь? Назад! Нет, не трогай! Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. О. Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Идем! Скорее! Скорей, скорей! Побыстрее ты не мог. О, да ерунда. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза! Открой мне, это Елена! Тихо, не ори, они могут услышать! Юлиан, спокойно. Кто это? Это друг. А ну назад! Отец! Юлиан, бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех! Мой отец умирает! Нас это не волнует. Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит, они наши друзья. Прошу, входите. Ну же, сюда. Ты не из деревни? А, нет. Я Итан.
Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну, раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Жди здесь, я схожу к остальным. Вот сюда, все уже ждут. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан, я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты! Впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то. Он за подмогой. Да, он пошел... За подмогой. Он скоро придет. Помолимся. За него. И за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пронить свет. Жизни и смерти мы вас славим, Матерь Миранда. Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что, сука, творишь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Нет! Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Отпусти! Елена? Отвали! О, Боже! Мне очень жаль, отец! Слушай, слушай. Это был уже не твой отец. Ты все правильно сделал. Елена, нет! Его нельзя спасти!
Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет, нам нужно выбраться. Мы сможем. Надо выбираться. Черт, быстро разгорается. Что ты задумал? Отойди, я попробую сломать. Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться! Теперь только наверх. Держись. Залезай. Идем. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся, может, познакомишься. Буду рада. Давай, выдержит. Вон. Это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить. Их там много. Эй, эй, не говори так. Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет, в нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Елена, нет. Отец мертв, это уже не он. Елена! Позвал меня! Отец! Стой, сейчас все рухнет. Стой там! Давай, дай мне руку. Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Твою мать! Почему все вокруг умирают? Я ни хрена не понимаю. Понимаю. Это бред какой-то. Какого хера это снова началось? Черт!
Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Кто это? Что это было? Смерть. Да. Смерть настигла их всех. Лишь кровь и смерть, да? Надо же. Я думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? Оу, так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранды будет очень добра. Да не ной, почти пришли. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим ему кровь и наполним ею для вас покой. Что начну? То есть... Да заткнитесь нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше... Отдай его мне, и тогда все поразвлечут. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да-да-да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды? Для тебя твои железки важнее, чем любая ответственность. О, конечно! А ты все жрешь! И тебе вечно мало! Меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо, мать. Твари!
И господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Из какого ты теста? Итан Уинтерс. Готовься. Нет, стой! Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Начали! А, господи боже! Беги, беги или умрешь! Молодец, Итан! Твою мать! Сука! Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. Вроде же. Стоп. Роза у этих психов? Вас-то я и ждал, мистер Уинтерс. Откуда вы меня знаете? Высший свет о таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок, вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. А, ну да. Я раздобыл для вас особый подарок. Помалу, помалу, а там, глядишь, будет много. Интересных приключений.
Роза здесь? Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А ну-ка, посмотрим. О, Итан Уинтерс, ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама, да. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Уинтерс. Отпустите меня! Свора чокнутых ведьм! Давненько я мужиков не вскрывала.
Я тебя повешу, вскрою глотку и буду смотреть. Взять живым или мертвым? Сам что выберешь? Ты станешь чудесным украшением нашего зала. Могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Ты станешь главным блюдом. Куда ты собрался, дорогой? Пули мне не страшны. Ты человечишка! Я тебя не прощу, ублюдок! Могу устроить экскурсию. Моей дочерью!
Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю! Нет, матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Да к черту церемонию! Эта тварь заплатит мне за все! Твою мать. Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь? Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу! Ну, покажи свою силу. Блядь! Я не пытайся убежать. Я разорву тебя. Ты не увидишь свою дочь. Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Этот замок. Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент услуг. Если только посмотреть витрину вон там.
Ты наконец пришел ко мне? Все в меня неизбежно влюбляются. Ты злюка! Зачем ты это делаешь? Зачем ты так сделал? Черт! Это сон! Просто сон! Как холодно! Не хочу умирать! Ненавижу насекомых. Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Мне лучше умереть было. Я боялась, что сестрица найдет тебя раньше. Всю охоту! Проклинаю! Неужели весь род дома Димитреско погиб? Да еще от твоей руки! Испортил. Ах, сука.
Я сожру тебя всего! Внутренний мир! Ты умрешь мучительной смертью! Я разорву тебя! Не я здесь проклят. Похоже, я смогу выбраться. Из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна, да взойдет в ночи жуткая луна. Все мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти славим мы Матерь Миранду. Эй, помните меня? Я чуть не погиб в том замке. Что здесь происходит? Можете мне объяснить? Можно ли погибнуть только чуть? Нам ответит лишь мудрец. Вы же все поняли. Я так и не нашел Розу. Где ее прячет Матерь Миранда? Опоздал. Ну или чуть опоздал. Дитя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Она же младенец.
Гербы четырех кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Но эта загадка лишь пока нет ответа. Погоди, я же это видел. Эй, эй, стойте! Вот и вы. Так и знал, что вы здесь окажетесь. Все было напрасно. Неужто? Полагаю, что-то ценное вы нашли. Не уверен, что ценное, но... Но? Ваша дочка прямо у вас в руках. О чем вы? А вы приглядите. Вам не кажется, что в колбе ее голова? Нет. Нет. Роза! Что? Лучше молчите! Этого не может быть! Я вам не верю! Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Но... Кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Теперь? Вы рехнулись! В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите персону, которая там живет. А потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть! Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить. Но не думаю, что у вас есть... Ваш ход. Клиент, конечно, всегда прав. И все же... Если это вранье, я убью вас. Шутник, блядь. Черт, надо идти к герцогу. Ну как, узнали что-нибудь? А теперь рассказывайте, как все исправить. Не горячитесь. Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Где искать остальные? Их всего четыре. Одна у вас. Еще три у других владык. Владык? Все они служат жестокой правительнице этого края, матери Миранде.
Одну из них вы и встречали, леди Димитреску. Вторая живет в долине туманов, кукольница Донна Беневьенто. Не станьте новой игрушкой в ее сыром особняке. А третья — Моро, гора уродливой плоти, живущая в водоеме за мельницей. Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех водах. Ну и опаснейший из всех — Гейзенберг. Он на своей фабрике, на краю деревни. Что делает? Скажу так, у некоторых очень больное воображение. Если вы намерены спасти дочь, заполучите все колбы. Потрудитесь взглянуть. Я отметил все места на карте. Здесь, в деревне, есть сокровища. Думаю, каждая из них вам пригодится. Почему вы мне помогаете? Что вы, мы всегда заботимся о наших клиентах. Что ж, приходите еще. Черта. Итан, подойди ко мне. Мне нужно кое-что сказать. Мия? Что происходит? Роза стала другой. Итан, ты должен помочь. Это невозможно. Вы с Розой меня бросили. Я не хочу быть одна. Быть того не может. С ума схожу. Что происходит?
Я так долго ждала тебя. Я буду более послушной дочкой, чем Роза. Останься со мной, пожалуйста. Навеки. Что? Стоп, где мое оружие? Что? Кукла? Мия? Куда она здесь? Только нет.
О чем ты говоришь? Я так люблю вас обоих. Но мне... Мне Ha ha ha!
Я не пущу. Ты еще жив, да? Найди меня скорее. А то мои друзья тебя убьют. Тик-так. На кону твоя жизнь. Попробуй найти меня. Сдохни, сука! Мия, я все исправлю. Что? Так, надо выбраться отсюда. Значит, вот кто за этим стоит. Их уже две.
Матерь Миранда, я готов на все ради тебя. Это я заберу. Стой, стой, стой! Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, нет, нет! Стой, стой! Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь лучше не всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Что смешно? Тупица! Болтаешь зря. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты тварь. Здесь мои владения. Я тебя не выпущу. Черт. Вот урод. Как же выбраться? Что это? Что за лаборатория? Что за херню тут делают? Отвали от меня! Лежать, сука! Итан, знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Будет жаль, если что-то случится сейчас. Да, Крис, а что? Ты убил Мию. Убей меня, и дело с концом! Эй, Кэп! Датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Что за активность? Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. Несуйся в наши дела. Какие еще назад! Дела? Выход под водой. Тебе конец.
На это нет времени. Ты поздно. Миранда уже подготовила церемонию. И послала тебя, чтобы отвлечь меня? Ты жалкий ублюдок. Не издевайся. Нечестно. С ней должен быть я, не ты. Да о чем ты говоришь? Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать. Боже, мама! Почему? Почему? Что же делать? Он сказал, что выход под водой. Откачать воду. Черт, электричества нет. Не хочу стать рыбьим кормом. Круто! Есть! Ладно,
Как жил, так и помер. Уродец. Зря я в тебе сомневался. Кто ты? Да брось. Мы же с тобой знакомы. Хотя это не важно. Ты последний мудозвон на моем пути, да? Ты боевой мужик, этого не отнять. Но интересно, что ты будешь делать с этими колбами? Ты на что-то намекаешь? Я могу тебе помочь. А, подружиться пытаешься? Не выделывайся. Я б тебя убил, но ты мне нужен. Здесь неподалеку от деревни есть крепость. Сходи, забери колбу. Справишься, так и быть помогу. Сперва иди назад к кладбищу. Вот ублюдок. Оно живое?
Ах ты, тварь. Ты настоящий мужик, Итан. Молодец. Хватит прятаться, мудила. Живым ты от меня не уйдешь. Сбавь обороты. Еще чуть-чуть, и ты все закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен. Что в обмен? Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь. А дальше сам догадаешься. Пакеты, Итан. Стой, блядь. Я безмерно счастлив, что вы вернулись живым. Все будет хорошо. Будь спокоен, Итан. Ха! Давай уже, двигай через мост. А, Итан Уинтерс. Входи. Не думал, что ты справишься с Донной и Моро. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так? Ты мне нравишься. Я хочу поговорить с тобой о Розе и Миранде. Да входи же. Не бойся. Это не ловушка. Что ты задумал? Мия! Правда, глаза колет? Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех, а потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет, ты крепко ошибся. Сука, заглянула. Завали, Блок! Прости, что с вами. Ты присядь.
Слушай, Итан, ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может, хватит игр? Ну-ка, сядь, сказал! Мисс Гигантская Сука. Стрёмная куколка. И водяной дебил. Еще не усёк. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке Мира? Я вообще не хочу быть в семье Миран. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне? А хер вам! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткни еще рот! Ты и я, Итан. Мы вместе спасем Розу. Из нее уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак, моя дочь не оружие. Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Сам напросился. Тупик. Что у тебя? Что это за тварь? Я мечтал, что мы объединимся против этой сучары Миранды. Я очень, очень разочарован. Она похитила меня. Нас сделала своими детьми. Заперла нас в деревне. Мы прислуживали ей десятки лет. Ты хоть понимаешь? Насколько это унизительно? Я не такой, как сестры. Я хочу лишь освободиться от этой сучары. Мне нужна сила. Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Вот плоды моих стараний. Сильные уничтожат слабых. Так устроен наш мир. Зря ты отверг мое предложение, Итан. Твой урод. Ты
считает, что мы просто дети. При этом ей совершенно нет дела до нас. Она давно утратила всю человечность. Я должен уничтожить ее. Не посрать на ваши семейные разборки. Черт, пронесло. Совсем скоро, Миранда, начнет церемонию с твоей розой. Если это произойдет, всем конец. Твоему ребенку и всей деревне. Но не волнуйся, я ей помешаю. Я убью Миранду с помощью розы. Бедный папаша. Похоже, ты один до сих пор не понимаешь, как сильна твоя дочь. Хочешь забрать розу? Ну попробуй. А ты и правда живучий. Но мне надоело болтать. Умри, наконец! Слышишь эти звуки? Да. Тебя кое-кто дожидается. У меня нет времени. С дороги! Лежи. Что происходит? Неплохо! Неплохо, Уинтерс! Ты упорный. Но я тут подготавливаю бунт. Так что не лезь сюда. Вот сволочь! Блять, опять! Не лезь, Титан! Ты мне мешаешь. Что тебе надо от меня, Крис? Ты, сука, убил мою жену. Я убил не Мию. Ты жил не с ней. Ты жил с Мирандой. Что? Она биооружие.
Она сменила форму и притворилась Мией. Пули ее, кстати, не убили, и я хочу доделать дело. Не пизди! А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех! А нам здесь и без гражданских приходится непросто. Почему мы, Крис? Что за хрень происходит? Ладно, Итан. Ладно. Все-таки я должен был рассказать. Дай мне тут ключ. Если вкратце, Миранда рехнулась. Деревня, эти монстры, твари, ее работа. Какой-то стрёмный эксперимент с плесенью. Плесень, как в Луизиане. Твою мать! А я-то надеялся, что спасу семью. Я не могу сбежать. Ничего не могу! Это не совсем так. Вот, посмотри. Бойцы прислали эти снимки только что. Миранда. Приглядись. Роза, охренеть! Идем туда! Остынь, мои бойцы не спускают с них глаз. Но у них моя дочь! Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку. Я останусь и заложу еще взрывчатки. Ты поедешь на лифте. Встретимся наверху. Клянусь, мы с тобой спасем твою дочку. Вместе. Да, мы спасем. Я отыщу Миранду. И убью эту суку. Ладно, Итан. Тогда садись. И будь добр. Не лезь на рожон. Полимерный металл. Что ж, выбьем клин клином. Роза, я иду. Yeah!
тебя! Прощай, Итан Уилденс! Зря ты отверг мое предложение! Встретишься с Розой на том свете! Сила Розы станет моей! Как только я грохну Миранду! Нет! Нет! Мне нельзя умирать! Я должен убить ее! Я покончил с Гейзенбергом. Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Итан? Роза? Итан! Итан, ответь! Мия? Но... Роза... Такая ценность, правда ведь? Она все для меня. Как и мои. Гейзенберг мертв. Ты упустил свой шанс. Что ты будешь делать? Не знаю, но я спасу Розу. Не знаешь. Как всегда. И что я заменила Мию, не знал. Бедный Итан. Кто ты? Где Роза? Миранда. Хватит! Помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Роза ее наследница. Нет, Роза совершенное воплощение Эвелины. Когда она вырастет, то будет управлять всеми. И она мне нужна! Иди нахуй ты, сука! Успокойся. Роза будет спасена. Мегамицелий помнит всех нас. Но она возродится, как моя дочь. Это моя дочь! Не твоя! Ну где ты? Покажись! Почему Роза стала такой? Может, дело в родителях? Ведь ты действительно уникум. Но теперь я узнала все. И ты перестал мне быть полезен. Миранда! Не прячься! Выйди и сразись! Не бойся, Итан! Ты умрешь быстро! Мегамицелий будет помнить тебя. И я сохраню образец твоей крови. На рассвете наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. Я столько ждала, но мечты должны сбываться. Я хочу увидеть свое дитя. Носитель она или нет? Капитан, я подтвердил смерть Итана Уинтерса. Мне не удалось забрать тело, но я сделал видеозапись. Дай картинку, я разберусь в ситуации. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду. Но она выжила. Кто ж знал, что она прикинется мертвой? Миранда могла заразить Итана. Так что мы забрали его и Розу с собой. Но кто-то
напал на везшую их машину. На месте аварии Итана и Розы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Когда же это кончится? Что, Кэп? Задание? Все это. 3 года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Мы разберемся. Отряд ждет приказов. Так бесы, значит, уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот 2 цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые? Выходим. Ясно. Да, есть. Эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Вроде в прошлый раз пустыня была. Я всю форму растеряла на разведоперациях. Но благодаря тебе мы узнали план Миранды. Я поверить не мог, что она превратилась в Мию. Да и выдержать 5 выстрелов в голову — это не хухры-мухры. Жесть. Эй, Альф, посмотри на это. Бисы. Далеко залезли. Боже. Внизу все очень плохо. Как ты намерен добираться до цели? Сначала нужно разнести эту хрень. Прикрою сзади. Давай начнем. Остерегайтесь враждебного биооружия. Ясно. У меня скопление враждебного биооружия. И больше, чем подумал. Будьте начеку. На западе чисто, выдвигаюсь. Понял. Заметил судно BSA. 2 охранника. Да я справлюсь. Осторожнее. Это еще что за херня? Это все мутами цели. Значит, Миранда наверняка там. Вперед! Вижу крупное биооружие. Мутант! Эй, Лиси, вероятно, распыляю позиции как частицы. Не снимайте маски. Ясно. Это тундра. Я оставила припасы в одном из домов, капитан. Можешь забрать. Сероглазый, мне нужна помощь!
цели. Большая зараза. Так, Лоба, отмечаю цель. Принято, босс. Перезаряжаюсь. Минутку. Туда движется целый рой. Нашел спуск. Выдвигаюсь. Остальным удерживать позицию. Капитан, я сравнил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров, и я не вижу следов изменения генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда. Охраняешь мегами целей? У меня крепкий черт. Нужна твоя помощь. Босс, ты под землей. Крыша есть тарас. Целься туда. Хорошо, двигаюсь. Держись и жди меня. Я подам сигнал указателям. Да ну, сколько можно? Перезаряжаюсь. Жду твоего сигнала. Двигаюсь дальше. Всем остальным не спускаться вниз.
раз Миранда притворялась Мией, то где настоящая? Небось, решила, что она ей уже не нужна. Ничего не понимаю. Как Миранда узнала о существовании Розы? Может, заплесневелая птичка напела? Это мы потом выясним. А пока держимся плана. Я нашел его. Это мега-мицелий. Отряд, прием. Мегамицелий обнаружен. Так мы все-таки покончим с этим. Да, давно пора. Заряд Н2 готов. Его хватит, чтобы взорвать всю деревню. Надо стереть это место с земли. Но сперва убить Миранду. Не хочу оставлять ей шансов. Приступаю. Так точно. Жду команд. Капитан, я вижу Миранду на месте церемонии. Не приближайся. Будь там, пока я не отдам приказ. Я знаю, что уже поздно, но... зря мы не рассказали план Эйдену. Некогда было. Мы не ожидали, что Миранда сработает так быстро. И все равно, ты зря ему не сказал. Да уж. Это лаборатория Миранды. Они управляют биооружием с помощью этого. Спенсер, здесь? Не может быть. Руки наверх. Сероглазый, я Альфа. Еще видишь Миранду? На месте церемонии. Пока не уходят. Чего-то ждет. О, черт. Это правда ты. Рад тебя видеть, Мия. Что произошло? Меня поймали. Ставили опыты. Что, ты сказал Мия? Так точно. Как у вас обстановка? У нас тут война вовсю, но мы справляемся. Не отвлекайтесь. Следуйте плану, я иду к месту церемонии. Стой! Не бросай меня! Черт, ты же клялся, что ты защитишь всех нас! Мы переехали сюда, сделали все, как ты просил!
Я не спорила. Лишь бы мы были вместе. Говори мне, где сейчас мой муж? Где моя дочка? Итан, он мертв. Я не спас его, но спасу Розу. Идем. Надо увести тебя. Что значит, Итан мертв? Погиб. Послушай, Мия, нам нужно идти. Все скоро взлетит на воздух. Нет, ты не прав. Я думала, что не придется, но... Ты не понимаешь, он особенный. Происходит. Тут кто-то есть. Как холодно. Как я сюда попал? Сука, как холодно. Черт, мое тело. Ты такой дурак. Эвелина, ты тоже здесь? Ты мертв. Мертв? То есть, Миранда? Она... Нет. Я должен спасти Розу. Нет. Миранда ни при чем. Ты уже давно мертв. О чем ты? Я же могу... Видишь, Миранда не убила тебя. Разве тебе это не кажется странным? Что любые твои раны заживают? Вспомни. Три года назад в доме Бейкеров Джек тебя убил. Ты умер там три года назад. Это невозможно. Бред. Ты не должен, по идее, тут расхаживать. Хватит пудрить мне мозги. Ты должен быть мертвым. Пошла ты! Но тогда кто же я? Я это сделал. Роза. Мия. Я... Теперь дошло, ты целиком состоишь из плесени. Так что ты больше не увидишь свою семью. Семью? Семью?
Нет. Роза. Я должен спасти дочь. Но ты уже мертв. Мертв. Я спасу свою дочь. Очнулся, наконец. Где я? В моей повозке. Вам снился кошмар. Герцог? Отменная была битва с Гейзенбергом. Но кто же знал, что явится Миран? Давно я в отключке. Да полагаю, с рассветом. Герцог, прошу вас. Мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда едем. Даже подъезжаю. Спасибо. Это на вы совершенно уверен? Боюсь, что вы развалитесь. Да. Да, глупый был вопрос. К слову, о глупых вопросах. Кто вы, герцог? Я и сам не знаю ответа. Приехали. За мной должок. Мистер Уинтерс, к прежней жизни вам, боюсь, уже не вернуться. Вы готовы? Да, выбора нет. Надо идти. Вали! Надо идти вперед. Юная Эва, моя прекрасная дочь, иди ко мне. Ева, это ты? О, я так по тебе скучала. Что? Почему я теряю силы? Роза! Миранда! Интересно, у тебя необычное тело. Отдай мне розу, слышишь? Ничего, я убью тебя правильно. Вперед, давай! Пусти! Я приближала этот миг всю жизнь. А ты хочешь все вот так разрушить? Я свое заберу. Я исполню свою мечту. Нет! Роза!
выполнил свою роль. Уинтерс, ты истребил мое лучшее потомство и пробудил великий Мигмицель. За крошку Розу не тревожься. Уверяю, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь умереть спокойно. Инна, ты ведь знаешь, как сильно мать лежит своего дитя, уйдешь. Верно? Почему ты мешаешь мне? Черт! Да когда до тебя дойдет, что Роза моя дочь, а не твоя? Мигмицель не вытащил меня из пучины отчаяния. Он даровал мне эту чудесную силу. Да, но она же только снесла тебе крышу. Все хорошо. Итан! Ну же, Итан! Давай, Итан, очнись! Итан, ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан,
Надо идти. Итан, шевелись. В этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт! Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива! Мия, я люблю тебя. Прости. Береги Розу, Крис. Эй, эй, эй! Эй! Сам ей скажешь. Ну же, идем, мы уже близко. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Чтоб тебе! Прощай, моя девочка. Итан. Вверх, поднимай нас! Стой! Где Итан? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Мия, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю! Скажи, что случилось? Где? Что это? Сказал же тебе сядь. Нет. Где Итан? Крис, что ты сделал? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа, взгляни на это. БСА прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб BSA. Они заплатят. Теперь ты нам должна, и она заперла девочку в зеркале. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли.
Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа на рыбу. Мне кажется, что очень похоже. Хотя... Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут, Эвелина. Не смей меня так называть, понял? Эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. Подросток же. Роза, соберись, возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю.